наши подписчики, наши зрители. Сегодня мы с Леной приехали на фестиваль национальных кухонь. Приехали на Буху, знаете, еще так думали, ехать, не ехать. У нас такого, ну, не ожидали, что здесь будет с таким размахом. И в 12 часов дня мы выдвинулись и доехали. Все это проходит торговый комплекс, оптовая база Бухта, находится на Дмитровском шоссе. В общем, приехали, здесь так интересно, супер, здесь столько людей. Столько лучше покажи. Да, в общем, смотрите, в этом видео вы все увидите. Будут танцы, будут мастер-классы и будут песни. Ну все, поехали. Слушай, это народ... Не, давай посмотрим хотя бы чуть-чуть. А потом еще вернемся. О, красотки! О, супер, супер! Ой, смотрите, какая тут тусовка. Ребята. О, смотрите. Все, глаза разбегаются. Лена, я пошла на дегустацию вина. Это я шучу, конечно. О. А это алкогольные, да, вина? Да. Да. Никак. Ух ты, вот это шампанское, которое крутится. Здесь можно попробовать. Ой, мед, смотрите. Ой, даник белый. Вот он такой, простолюдинный. Смотрите, какая прелесть. Пирожные, пиццы. Но пирожными пиццами нам на самом деле не удивишь. Вот такая на самом деле здесь не обманули. Смотрите, дегустация. Лена говорит, давайте сначала закупимся. Это мыло ручной работы. Закупимся, говорит, а потом, говорит, пойдем рассматривать. О! А это дегустация плова или покупать? Это уже продажа. А, это уже продажа. Смотрите, как красиво, аппетитно выглядит. Это с бараниной, да? Вкусно? И баранина, и говядина. Ой, супер. Сейчас мы попробуем. Плов я люблю. 300 рублей порция. Можно на 200 сделать. Салатики такие. Серебро из Армении. Ну, что-то бы выгод... Согласитесь, небогатый выбор. Мало Армения нам приготовила. А здесь, смотрите... Столы такие поставили. Вообще молодцы. Организаторы. Мы сколько ездим на Буфту. 5 лет, по-моему, уже существования. И вот такое вот впервые. О, это долма. Это угощение или уже покупают? Угощают, да? Угощаю, чуть попозже. Сейчас мы угостимся. Потом моя стадия лучше сразу. Покушаем, потом пройдем. Сейчас подойдем. Вообще здорово. Представляете? Подходите, вас тут угощают долмой. Шашлычок, риса. Фрукты, овощи. Я можно... А, это мандаринчиком угощусь. О! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Придем. Ой, вообще, смотрите, такая атмосфера уютная. О, естественно, с Леной уже мы, конечно, потерялись. О, а здесь делают шашлычок. Лаваш к мясу бесплатно. Шейка маринованная. Кстати, цены вообще такие адекватные. Очень много народу, смотрите, тоже пресса снимает орешки, как в детстве, помните, со сгущенкой. Вообще суперские. Ой, не могу, мне так все нравится. Не зря мы с Леной поехали сюда посмотреть. А вот здесь вот сцена. Какие-то конкурсы идут. Мы сюда еще, наверное, поднимемся сейчас. Да. Вчера обещали дегустацию в Москве. Когда мы ездили, мы что-то там ничего не увидели такого, что дегустируют. А здесь... О, 360 ТВ. Видите, все их сегодня снимают. О, ребята объясняют, как это будет... Все. Имеет характерный запах, характерный привкус, мы пытаемся от него избавиться. Мы их запаиваем в пакеты, убираем воздух, чтобы он просто не всплывал. Только для этого нужно
И мы кладем водяную плату, которая циркулирует, которая имеет определенную температуру, постоянно ее поддерживает. О, видите, полезную информацию. Здесь можно попробовать. Видите, тут же киоск, где это можно купить. И, пожалуйста, шпажки различные с солями, с ценами. То есть очень удобно. Подошел, попробовал, понравилось, пошел купить. А вон Елена. Наконец-то я ее увидела. Всякое варенье можно. Не, и соленье вот дальше. И соленье тоже можно попробовать. А вы, дамочки, наверное, вино решили, да, попробовать? Да? Молодцы. Ух ты, вино. А чье это вино? Ух ты. Да, жалко, что я, конечно, за рулем. Попробовать армянского вина. О! Лен, ты лимонад пробуешь? Да. Слушай, а не хочешь армянское вино попробовать? А мне тоже лимонадику можно? Где меньше краски? Наверное, айва. Попробовать долму. Ребята, обалденная. Ребята, нежданно-негаданно для себя угостились вкусной долмой, вкусным пловом грузинским или узбекским. А, узбекским, да. Кафе вот они нас пригласили. Все вежливые. Специи различные. Мед опять. И постоянно-постоянно идут конкурсы. Вообще здорово, да, здесь? А как это? Космическое питание. Мясо с гречкой. А, вот как для космоса, как они... Лена, я по этому поводу, знаешь, что могу рассказать тебе? Супер! Здравствуйте! Это... Это жарить ее надо. Соус гуакамоле из авокадо обжаривается без масла, но сковородки. Будет горячий, очень вкусно. Ух ты, классно. Да. А? Это какой-то особый сыр? Это моцарелла. Похоже, лепешки эти, мексиканские. А это будет бесплатная дегустация, да, тоже? Нет, это, это уже за деньги. 150 рублей. Ну, нормально, 150. Подойдем мы сейчас, да, загрузимся. Вообще, конечно, все сделано такое оформление. Здесь можно попить чай, смотрите. Холодные домашние напитки. Морс, сидр, различные чаи. Мы поднимаемся на четвертый этаж. Совсем скоро у нас будет выступать ансамбль грузинских танцев. Ух ты! Друзья, скорее поднимаемся. Смотрите, будет выступать ансамбль грузинских танцев. Это вообще здорово. Мы сегодня уже много чего съели, потому что у нас проходит кулинарный мастер-класс, и отличие от нашего Макса Лисеевской кулинарии ООН, мы еще не будем... Смотрите, сколько людей. Кто не успел, тот не опоздал. Правильно. Хочу сказать, что здесь еще помимо, среднего класса очень много бабушек-пенсионеров, которые с удовольствием сегодня пробуют вино, закуски. Я не поняла, почему до сих пор я не могу. Пойдем в самом начале. И вот эти бабушки, смотри, уже такие одухотворенные, сидят и ждут конкурса. Я тоже хочу грузинские танцы посмотреть. Напомню, что уже буквально с минуты на минуту мы ждем ансамбль Шетили, ансамбль грузинских танцев с замечательным танцем Киндаури. Также у нас скоро совсем уже выступит замечательная певица. Ух ты, как интересно. Thank you.
Сейчас я хочу попробовать тоже томатный сок без химикатов. Вкусный? Это все из Дагестана. Дагестанский. И колбаска дагестанская, да? О, здорово. Захотела кофе, пошла, сделали кофейку нам, пожалуйста, все абсолютно бесплатно. Чувствую подвох какой-то, что вроде как бы фестиваль национальных кухонь съели, сумели. На данный момент вот у нас на сцене замечательный шеф-повар Макс Веселовский и компания Culinary On проводит мастер-класс кулинарный. А в 15:00 будет мастер-класс по сыроварению. Ух ты! Значит, колбаса из медведя. Медведь, гусь, смотрите, 1201 штука. Гусь 800 рублей. Конина. Вот колбаса, медведь, гусь, конина, косичка из мяса бобра. А это прям настоящая колбаса из медведя, да? Из медведя, да, прям? Ты. И такого и не видела никогда. Карпаччо из глухаря, сало из кабана. Кабана сало, обалденное, если вы не пробовали. Я догадываюсь, я вижу. Во-первых, оно не жирное, видите, вижу, да. Потому что кабан дикий, он не жирный сам по себе, он на травах, как сказать. Ну, вообще, обалденный вкус, конечно, был. А его не дают, видите, это все, что осталось. А сколько примерно да. Кусочек будет стоить? Ну, смотрите, вот здесь таким соком. Ну-ка, сколько кусочек будет стоить? 135 рублей, это 100 грамм получается. 514 рублей. Нет, я просто показываю. Но вот я хочу сказать, допустим, меня, я вообще колбасы не кушаю. Ну, допустим, представляете, колбаса из конины. Я не знаю, мне кажется, я есть бы не смогла такую. Как вы считаете, ну, на самом деле, это нормально, там, из кабана, из конины. Ну, вообще, как вы относитесь к
какому виду колбас? Напишите, пожалуйста, мне будет интересно ваше мнение. Напоминаю. О! Внимание, столько желающих побежало попробовать мясо. Внимание, смотрите, людей становится все больше и больше, желающих. Мяса не так много. Да, но мы сейчас ждем, будут выступления. Ну да. Только что вот закончился мастер-класс, кулинарный мастер-класс. Мы сейчас готовили стейки, и готовил стейки, учил нас готовить замечательный шеф-повар Макс Веселовский, компания Culinary On. И вот сейчас все желающие буквально могут попробовать все, что мы приготовили. Поэтому, друзья, вы еще успеваете подняться и прямо продегустировать. зашли, и мне тоже тогда одну. А чем запивать будем? Есть какой-нибудь чай? Сок? Решили у вас купить куриную грудку? А? Решили попробовать вашу куриную грудку? У нас прекрасная куриная грудка. Сейчас оценим. Ну, нам две. Сколько? Ну, две, да, нас же двое. Кусочки подскажите, я вам свешу. Ну, давайте, где она, посмотреть, какие кусочки по величине. Она уже готова, вы просто да. Не забываете. А, ну мне хватит. Ну вот здесь жарили уже все. Я поняла, по два кусочка. Ну давайте по два. Давайте так, я вам свешу каждую порцию отдельно или можно вместе свешивать? Ну можете вместе. Можете вместе. Да. Всего четыре. Всего четыре. Да. Давай. Супер. Вот это фестиваль. Подошел к концу наш сегодняшний день.
значит, посмотрели и вам показали фестиваль национальных кухонь. Нам было очень интересно, весело. Я думаю, что вам тоже понравилось это видео. Ну, нам-то вообще как понравилось. Все продегустировать, все попробовать. Да, представляете, там... Музыку послушать. Вообще неожиданно, негаданно получили колоссальное удовольствие, в отличие вот там от вчерашнего дня, допустим. Ну, вчера скучно как-то было, а здесь все весело, зажигательно. Да к тому же, когда тебе еще и угощают, так вообще прекрасно. Так плюс еще и работу совместить с тем, что ты посмотришь и загрузишься. Конечно, мы сегодня очень долго работаем, но тем не менее. Ну, у нас рабочий день еще не закончился. Но все равно, всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Пишите комментарии. В общем, все. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.